Всем привет, меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и поставьте лайк видео. Сегодня мы с вами будем готовить классный ужин. Это будет индейка, запеченная в духовке с черничным соусом. Для блюда нам понадобится индейка. Здесь у меня филе бедра, примерно 700 грамм. Можно использовать и филе грудки. Сметана, примерно 2 столовых ложки. Горчица, у меня дижонская, примерно 1 чайная ложка, можно 2. Немножко соли и примерно 1 чайная ложка меда. Если любите чеснок, можно немножко его тоже добавить, у меня сухой. А для соуса нам понадобится черника. Можно брать свежую или замороженную, какая у вас есть, примерно 200 грамм. Соль и перец, примерно по половинке чайных ложки, и кукурузный крахмал, примерно 1 столовая ложка. И для подачи свежий сельдерей. Сейчас мы с вами берем сметану, добавляем в нее все остальные ингредиенты для маринада и просто все это дело смешиваем. Сметана, сухой чеснок, соль, горчица и мед. Мед даст очень вкусную, такую сладковатую корочку. Все соединили и просто перемешиваем до однородности. Теперь берем индейку и смазываем ее нашим соусом. Я здесь пользуюсь силиконовой кисточкой, но можно, конечно, все это сделать и руками. Переворачиваем индейку и смазываем с другой стороны тоже. Оставляем индейку промариноваться при комнатной температуре примерно на 40 минут. В принципе, вы можете накрыть блюдо пленкой, убрать в холодильник и оставить мариноваться на 3-4 часа, можно даже на ночь. Чем дольше, тем вкуснее. Теперь берем форму для запекания, смазываем ее маслом и выкладываем нашу индейку. Накрываем форму фольгой, убираем в духовку, готовим при 180 градусах примерно 50-60 минут. Точное время зависит от размера кусочка и от мощности вашей духовки. Пока индейка у нас стоит в духовке, приготовим соус. Берем ковшик, насыпаем в него нашу чернику, добавляем соль, перец и ставим на плиту. Варим соус на небольшом огне. Следим, не отходим от плиты, потому что нам нужно его периодически мешать. Ждем, когда он закипит, и потом будем добавлять крахмал. Соус у нас закипел, теперь самое время добавить крахмал. Мы берем крахмал, желательно кукурузный, и холодную воду. Наливаем в крахмал немножко холодной воды и перемешиваем до однородности. Добавляем в кипящий соус крахмал и хорошо сразу перемешиваем. Смотрите, какой густой соус получился. Я почти сразу выключила плиту. Мне кажется, что этой густоты достаточно. Но если вы хотите еще гуще, можно его еще немножко поварить на плите, ну, примерно там 3-4 минутки. Черничный соус у нас готов. Индейке осталось еще немножко постоять в духовке, поэтому мы с вами пока нарежем сельдерей для подачи. Это очень вкусно.